Здравствуйте, с вами опять Иван. Очередная посылка из Китая. Получил в Болгарии за 27 дней. Стоит посылка $12. Ссылку на товар под видео поставлю. Посмотрите, товар очень хороший. Я на самом деле очень его ждал. Давайте открывать. Смотрю, хорошая коробочка внутри есть, так как и надо быть. Наверное, кто-то из вас уже понял, что это такое. Информации на английском языке есть. Очень хорошо. И вот сам товар. Вот внутри нет ничего другого. И это пит-регулятор для температуры. На вход подается напряжение 100 до 240 вольт, 50 Гц, а выход у него реле и температурный диапазон, который он может регулировать от 0 до 400 градусов по Цельсию. Здесь есть два индикатора, здесь выходы из уред. Здесь подписано, что и как и что. На выход 8-9 сопротивление. Здесь 9-10 термопары. 3-4-5 выходные реле. Здесь 6-7. Наверное, аларма какая-то есть. И source 1-2. Где 1-2. Ну, здесь написано с очень мелкие цифры. Не знаю, там видно 1-2. Вот. Это вход, входное напряжение. Вот это от 100 до 240 вольт. Очень хорошая штука. Я буду управлять температурой с ней. Например, если сделаю экструдер для пластика, где я буду делать эти нитки для 3D принтера, там температура надо регулировать. Обычно у меня надо поддерживать очень хорошую температуру, около 150 градусов, когда дубится светлочувствительный лак, с которой покрываю печатных плат. Тоже могу контролировать этот самый лак до 60 градусов, потому что там на два этапа все это делается. И температура, чтобы регулировать в одной и той же точке, в очень много случаев понадобится вот такая штука. Можно это сделать с каждой подобный регулятор, но когда он пит регулятор, то тогда гарантия, что точно эта температура будет поддерживаться, очень-очень большая. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк или дизлайк. Ссылку на товар поставлю под видео. Все, пока.